Здесь можно увидеть весь творческий комплект. Сегодня, шаг за шагом, мы вкратце познакомимся с каждым изданием. Начнется наша встреча с основы комплекта – песни «Увлечение вечное сердец». Летит над землей вечный звезд хоровод. Года, города, океаны и судьбы. По ним совершают свой быстрый полет, но тянутся к вечному люди. Под ним совершают свой быстрый полет, но тянутся к вечному люди. Тянутся к вечному люди. И прямо сейчас мы увидим несколько видеоотзывов разного возраста, разных городов. Такой целый спектр впечатлений. Вы знаете, я говорю, я уже не первый раз слушаю и эти песни, и этих авторов, и исполнителей. Здесь какая-то особенная энергетика идет от ее исполнителей. Понятно, что содержание, слова, стихи, они идеальные, да, в плане содержания. Но вот то, с каким тембром исполняется, как она исполняется, с каким внутренним светом. Но вот это, наверное, для меня... Я увидела вот это. И для меня это главное в этой песне. Кажется, это вот такая вот гармония. Все там. Музыка, стихи и исполнители. Если это будет в чем-то другом исполнении, наверное, это будет что-то другое. Но вот в данном случае это точно. Это свет... который в тебя проникает, вот для меня. Песня наполнила красотой, чистой, такой невесомой. Так захотелось слушать ее каждый день, наполняться этой чистой любовью. Песня звучит до сих пор в сердце, и так здорово, что можно благодаря этой песне приблизиться к этому высокому, почувствовать, как же можно стремиться к этой высокой, чистой любви, которую проявляют феи и поэт. Мне понравилась песня «Увлечение вечных сердец». Там у героев красивые голоса, такие нежные, добрые. Вот эта песня, ее слушаешь, и она... как бы помогает стремиться к чему-то доброму, хорошему, светлому. Я послушал, и хотелось бы ее еще послушать, еще и еще. Это очень красивая песня. Мне приятно это слышать, и что такое творчество еще существует. По крайней мере, оно доброе, такое позитивное, искреннее, и вот это самое важное, я считаю, когда это делается с душой. Да, действительно, очень понятное название сразу стало, да, по этому посылу. И чувствуется энергия человека, и который писал, который исполняет, скорее всего, это одни и те же люди. Я думаю, что это исходит от сердца. Вот. И я это чувствую. Мне было очень приятно послушать. Спасибо, что дали такую возможность. Положительное настроение вызывает песня. И, конечно, такое романтическое, приятное, вот. Не может быть плохих эмоций. Конечно, только приятные эмоции, хорошее настроение. Спасибо. Хотелось бы, чтобы на таких песнях, на такой музыке воспитывались дети, чтобы они эту музыку слышали практически каждый день. Не то, что там звучит из форточек, разная музыка, а именно целенаправленно гармоничная. Гармоника формирует и созидает здоровые, организм воспитывает общество, в котором мы с вами живем. То, что нас окружает, это и есть общество.
природа – это тоже гармония божественная. Вот эти музыки, звуки божественной музыки не дадут какому-то злому или гнетущему влиять на нас, на каждого из нас. О, это было просто чудесно. У меня ощущение было, что где-то мы в какой-то очень теплой компании. Я думаю, что эту песню, если там есть ноты, если там есть аккорды и слова, это просто, я не знаю, незабываемая какая-то вещь. Ее надо брать с собой в поход однозначно и пускать ее по миру, чтобы ее знали все, как из гитары желтой. Вот, потому что ну, она реально, она действительно достойна. Первое приложение, которое помогает открывать глубину содержания песни «Лечение вечное сердец» — это фильм. Песня с видеотекстом. Своеобразие этого фильма в том, что он создает возможности познакомиться с состоянием души героев. И этому способствует абсолютно все — и цвета, и шрифт. И мы с вами сейчас имеем возможность увидеть этот фрагмент, который есть в магазине. Летит над землей вечный звезд хоровод. Года, города, океаны и судьбы. Пред ним совершают свой быстрый полет. Но тянутся к вечному люди. Пред ним совершают свой быстрый полет. Но тянутся к вечному люди, ведь хочется очень в течение лет не только следы, но и свет за собой оставить. И хоть на чуть-чуть мир очистить от бед и радости жизни прибавить. И хоть на чуть-чуть мир очистить от бед и радость жизни прибавить. Увидеть, зачем мы родились теперь, услышать глубинное сердце влечение, понять, чем откроем в гармонию дверь. Как воплотить нам свое назначение, понять, чем откроем в гармонию дверь. И как воплотить нам свое назначение. Мы с вами сейчас вновь окажемся на канале и послушаем отзывы. Это настолько какой-то целостный такой труд, который охватил полностью все, что только можно. Благодаря песне мы услышали, увидели буквы и фон, меняющиеся картинки, они настолько помогают понять эту песню, понять ее актуальность и то, что человек всегда будет задаваться этим вопросом, для чего он здесь, что ему делать и как ему жить. Я посмотрела и поняла для себя, что вот это такое жизнь, что это такое путь. Спасибо большое, столько любви в нем, столько тепла и столько ответов на наши вопросы, которые мы задаем каждый день себе. Очень понравилось. Понравились краски, понравились очень стихи, просто потрясающие. Вот именно падают вот в сердце, в глубину. И вот этот вот фон, который пел вот автор, очень тоже идет вот прям вкрадчиво так, чудесно, для восприятия детей.
когда он уже вот усиливает тоже свой голос, голос добрый, тембр просто хороший, подобрал, просто молодец. Для детишек это очень просто здорово. Мне очень понравилось, но в душу падает. Плюс вот еще хочу сказать, вот этот крутится сфера с сердечками, потому что действительно все идет из сердца, и все идет, набор весь идет именно в сердце, в глубину. И здесь получается, ну, мое как бы видение было, что это крутится наша планета, и она окружена вот именно добрыми, глубокими, хорошими сердцами. Вот она прямо окружена. Ой, для детей просто потрясающе. Молодцы авторы, мне очень понравились. Мне очень песня эта дорогая тем, то что когда я слушаю, у феи был фон алой дорожки, который нам помогал идти туда, к свету, к солнышку. А когда были еще звезды с буквами, то они были такого золотого цвета, и они рассказывали, какое сердце звездное у феи. А когда пел поэт, он мне рассказывал то, что можно быть щедрым. И у него были такие, как волны, и они меняли цвет свой. И когда он пел, потом останавливался, замирал, и потом перелистывалась страница. И это как будто был новый день начинался, и новая жизнь. И когда еще были сердца, они сияли. И они были в виде нашей Земли. И в этой песне дан образ, как может наша планета сиять и днем, и ночью. И еще одно приложение. Открытка с текстом песни «Увлечение вечное сердец». Чтение текста песни создает условия ближе познакомиться с героями. К чему устремлены их сердца? Какими ценностями наполнена их жизнь? И чем сокровенным делятся с нами? Оформление текста высвечивает значимость каждой строки и настраивает на особый, возвышенный лад при прочтении. Посмотрим отзывы. Читаешь вот этот текст, ну, невольно вспоминаешь это состояние прекрасного, которое тебя погрузило, и видео, и музыкальная такая вот тема. И тут еще вот как идет закрепление, мне кажется, наслаждение вот быть в таком состоянии. И это, мне кажется, очень сильно продлевает жизнь, именно активную жизнь, такую, которая вот хочешь кому-то, ну вот, сделать добро и хорошо. И так что вот я считаю, что это теплое прикосновение к душе каждого человека. Такая грамота с золотыми буквами, да, такие скрижали, где прописаны вечные истины. И такой подарок. Вся композиция, то есть она в едином моменте жизни сейчас, да? То есть вся песня уместилась, она буквально все истины здесь. Вот это дело действительно очень близко, роднее, что ли, вот что-то и адреснее, что это для моего сердца послание вот прям. Вот. И я вот прям училась благодаря этой открытке, этой грамоте, ну, соединять суть слова с интонацией. Суть и форму. Суть, да? И форму, да. Как это здорово в единстве вот, прям чувствовать, что такое бывает. А сейчас нас ждет встреча с гитарным аккомпанементом песни. Он открывает возможность встретиться с музыкальным пространством песни-сказки. Здесь можно обратить внимание на тонкость исполнения, особенности ритма, ощутить характер звучания аккомпанемента, как он выражает содержание самой песни-сказки. Thank you.
для меня большая ценность в том, что это именно одно из приложений комплекта, потому что появляется возможность и услышать сам аккомпанемент гитарный, но и появляются новые практические возможности, как можно с этим приложением повзаимодействовать и с песней тоже. И можно, допустим, я очень люблю взять открытку с текстом и слушать гитарный аккомпанемент, именно следуя по строкам песни. И это такие новые впечатления рождает и открытие в самом содержании песни, понимании смысла слов, сочетание музыки и прочтения слов. Следуя последовательности, которую предлагает творческий комплекс «Элегии любви», следующее приложение — это открытка, гитарный аккомпанемент песни «Влечение вечное сердец». Это открытка в цветном оформлении таблатур аккордов именно этой песни, благодаря которым звучание гитарного аккомпанемента, оно становится в прямом смысле этого слова наглядным. Можно слушать гитарный аккомпанемент и смотреть на визуальное представление аккорда и тем самым погружаться в мир музыки этой песни. Прямо сейчас увидим отзыв одного из гостей сказочного мира, который так же, как и мы, проживает последовательно встречу со всем комплектом приложений к этой песне. Мы уже знакомы с ним и узнаем его впечатления о встрече с этой открыткой. Наверное, сейчас идет такая, как вроде бы ступеньки. И вот поднимаешься на каждую ступеньку, и все шире и шире у тебя эмоции. Ты больше видишь как-то. И аккорды здесь, я думаю, тоже такими специалистами подобраны. А это можно было очень простыми аккордами, но здесь даны именно и несложные, с одной стороны, но в то же время очень мелодичные аккорды, которые еще лучше подчеркнут вот эти вот нюансы песни. Потому что когда мелодичный аккорд, ты уже не можешь его петь как марш там или еще что-нибудь. А тебе хочется вложить туда душу. И, видимо, вот именно вот это тот случай. Значит, умелое сочетание и простоты, и в то же время таких вот нюансов музыкальных. Благодаря открытке появляется возможность ближе подружиться с самой песней-сказкой. Беря в руки гитару, я ощущаю уникальность звучания каждого аккорда. Как чудесно они выражают и дарят сердечные чувства в соответствии со словами песни. Мне кажется, уже само оформление аккордов, что они такого ярко-алого цвета, уже задают какую-то такую необычайность, праздничность, торжественность. Вот это, наверное, это та песня, которая вообще вдохновила взять гитару в руки и начать освоение этого инструмента, потому что, когда слушаешь гитарный аккомпанемент, слушаешь саму песню, конечно, восхищение и восторг рождается тех ярких и в то же время очень теплых, согревающих звуков гитары. И, наверное, да, то состояние, которым наполняет встреча с песней, оно настолько необычайное и настолько вот далеко от того, что окружает в жизни, что к нему хочется возвращаться, им хочется наполняться. И вот приложения, в том числе аккорды, они дают эту возможность читаться, смотреться, слушаться, пообщаться, словно именно пообщаться с песней. Наверное, благодаря тому, что это открытка, вот нет ощущения, что ты разучиваешь песню, есть ощущение, что ты в ее пространстве находишься, общаешься с ней. И когда вдруг из-под гитарного как-то, из-под струн рождается звук, созвучный тому родному, знакомому звуку, который столько раз слышал в песне, таким трепетным восторгом наполняется сердце, это волшебство просто. Я очень благодарна, что есть такая открытка, и что можно учиться эту песню исполнять, потому что такую песню очень-очень хочется и слушать, и петь. Итак, создана эта открытка вот на самом деле для того, чтобы ее можно было взять с собой всегда и везде. Такое у нее твердое издание, такой надежный друг, который всегда-всегда хочется взять с собой и каждую минутку вот исполнить, максимально стараясь, так же, как звучит в песне и в гитарном аккомпанементе.
И следующая составляющая в этом комплекте – это нотное издание. Мелодии песни «Лечение вечное сердец» создано для всех любителей нот. Это совершенно новая встреча с песней. Благодаря нотам можно разучить мелодию песни. Можно выучить ее, как она звучит. И оформление этого издания, оно очень праздничное. Оно прям в созвучии с основным изданием песни. Вот эта сияющая праздничная рамка так гостеприимно встречает нас. И когда открываешь это издание, ты видишь красоту оформления, такую яркость необычайную. И, конечно, очень хочется прикоснуться к этому, разучить и сыграть. И сейчас мы услышим отзыв одного из пользователей. Открываешь издание и видишь записанную музыку в таких удивительных, торжественных, ярко-алых нотах. Их цвет вносит такую сказочность в процесс освоения и невероятно вдохновляет брать это издание в руки и осваивать эту музыку. И следующая составляющая этого комплекта – фильм с нотным видеорядом. Мелодии песни, влечение вечное сердец. Можно увидеть и услышать звучание мелодии песни, исполненной на фортепиано. И каждый может насладиться этим красивейшим, буквально завораживающим звучанием музыки, как совершенно новая встреча с песней, где можно внимательно познакомиться с ее мелодией. Как написано в описании в интернет-магазине, фильм не предназначен для проигрывания мелодии, он для прослушивания и визуального знакомства со способом проигрывания. И сейчас, благодаря фрагменту фильма, мы сможем услышать и увидеть это торжественное звучание мелодии песни. Приложение. Это фильм «Практикум» по освоению и исполнению мелодии песни на фортепиано в трех частях. Этот фильм предназначен в первую очередь для тех, кто пока совершенно не имеет навыков игры на фортепиано. Фильм построен по принципу «Играй со мной, я все покажу». Первая часть фильма – это вступление к песне, две музыкальные фразы. С необычайной методикой обучения нас подробно знакомит печатное приложение к фильму «Практикуму» – знакомство с содержанием фильма. Такой сказочный путеводитель заботливо и очень подробно проводит по всему фильму «Практикуму», раскрывая каждое его действие и помогает наполнить весь учебный процесс особым, воодушевленным и радостным состоянием в созвучии с содержанием песни. Мы сейчас поближе встретимся с ним. Прочтем один из фрагментов. Уже с самого-самого начала музыкального образования фильм приглашает нас к активному сказочному взаимодействию как с ним самим, так и с инструментом, заботливо создавая для этого необходимые условия. Так, например, в первом видеофрагменте мы не встретим звукового сопровождения, благодаря чему безмолвные, загадочные нотки, плывущие на дисплее, могут обрести голоса и начать складываться в любимую мелодию именно нашими собственными стараниями в результате наших первых
верных шагов в освоении музыки. И мы увидим сейчас тот самый первый видеофрагмент, где фильм предлагает начать освоение партии левой руки. Причем темп игры здесь 4 раза медленнее, чем звучание в оригинале песни. Опять же, для удобства освоения. Вторая часть помогает освоить еще 3 музыкальные фразы. Это первый куплет песни. После освоения каждой новой фразы фильм заботливо создает условия исполнить ее вместе с тем, что уже освоено ранее. Таким образом, постепенно объединяя в единое целое первую и вторую части фильма «Практикума». Третья часть фильма «Практикума» – освоение последующих и завершающих 4 музыкальных фраз. И таким образом становится возможным целостное исполнение всей мелодии. И в этом фильме нам дарится еще одна необыкновенная возможность, уже освоив звучание всей мелодии, исполнить сольную партию совместно со звучанием гитарного аккомпанемента. Он, наверное, такой дарит образ того, как, казалось бы, невозможное, далекое, прекрасное, недостижимое, оно становится возможным и реальным. После встречи с фильмом «Лечение вечных сердец», где звучит мелодия, таким оно вдохновением наполняет. Вдохновением, воодушевлением, восторгом от того, сколько красоты в этой мелодии. И, конечно же, желанием освоить это исполнение. И интересно, что так еще символично, что эта песня, она в первом же комплексе, в самом первом комплексе, и первая нас встречает. И именно к ней создано такое приложение, которое очень-очень подробно, пошагово, адресовано тем, кто, возможно, вообще не имеет навыков музицирования, но создает возможность освоить звучание этой мелодии, как словно подсказка о том, как это важно каждому-каждому, как это просто необходимо. И вот она, эта возможность прикоснуться к этому, наполниться этим, она открыта, создана, подарена. И сам фильм «Практикум», он заботливо, так сердечно дарит возможность последовательно и качественно освоить каждую фразу. А вот это издание, знакомое с содержанием фильма, оно подсказывает и открывает то, как, в каком состоянии эта практика, это освоение важно, чтобы она проходила. Интересно, вот он настраивает, что перед нами необычайное обучающее издание. И вот именно оно помогает эту необычайность ощутить. Столько всего он помогает подметить. Вот интересно, что он так его представляет, как мудрого, заботливого учителя. И вот эту мудрость, заботу, он прям помогает ощутить, открыть, обращая внимание на разные моменты фильма. Вы знаете, там даже такая фраза, что приятное контрастное сочетание между нотками, оно помогает легче усвоить. И на самом деле, благодаря описанию, чувствам и восхищения, и благодарности сердца, оно научается видеть, подмечать и ощущать эту благодарность тем заботливым условиям, которые фильм создает. Причем
он в каждом фрагменте, он создает свои условия, словно, знаете, как по витку вот поднимаешься, и в каждом ждет какой-то сюрприз, какой-то подарок, где-то это метроном, где-то это такой друг-ксилофон, который вдохновляет, который поддерживает. Все-все создано, чтобы в приподнятом, таком возвышенном состоянии, радостном, уверенном, это освоение шло. И вот ощутила, что осваивая эту мелодию, прилагая этот труд, сердце, оно словно укрепляется в этом устремлении к влечению вечному сердец. Необычайное состояние рождает общение с этим фильмом-практиком, радость от того, что мелодия начинает звучать. И в течение уже как бы вроде бы я не играю, а тот образ состояния, оно настолько ярко каждая клеточка его запоминает, что к нему можно потом обращаться, к этому состоянию, такому радостно приподнятому, устремленному. Он таким прям помощником в дне становится. То состояние, которое осваиваешь во время исполнения фильма. И еще это же освоение именно мелодии. Это особую радость заставляет то, что ощущается, что когда разучиваешь мелодию, звучат слова. И интересно, что продолжается постижение содержания песни благодаря тому, что в звучании музыки очень ярко ощущаешь то, о чем она рассказывает, слова, которые она исполняет, о которых она рассказывает. Вот, в общем, какого-то. Вот интересно, что фильм он представляет исполнение мелодии как дружное праздничное действие. И вот он создает все условия, чтобы его ощутить и именно таким сделать. Такое рождается восхищение просто от богатства приложений, которые создают возможность познавать содержание этой песни. И весь этот комплект можно приобрести в интернет-магазине «Сказочный мир» в разделе творческого комплекса «Лепь любви». Сегодня я впервые познакомилась со «Сказочным миром». И мое внимание выбрало мое сердце, выбрало «Элегию любви». И начали знакомиться мы поэтапно. Сначала я послушала исполнение этой песни полностью, затем я послушала эту песню именно с видеорядом. Затем у меня появилось желание эту песню исполнить. И создатели, они как предугадывали желание каждого слушателя, они создали гитарный аккомпанемент для того, чтобы мы смогли спеть эту песню и вложить свои чувства, свои эмоции в каждое слово. А затем есть особый для меня, наверное, человек, который давно хочет начать заниматься музыкой. У меня огромное желание играть на фортепиано. Есть обучающий урок для того, чтобы мы смогли на фортепиано проиграть эту песню. Впечатление потрясающее. Впечатление дополнения чем-то таким светлым, мощным, потоковым. Я еще отзывы посмотрела, вот, что касается комплекта на эту песню. Вы знаете, оно настолько... Или я либо сверхчувствительный человек, либо это так вот мощно действует действительно на всех. Потому что это такой маяк в направлении. Вот это такие ответы на вопросы. Это такая... Я педагог-психолог, и я вот немножко профессиональным языком тут разговаривала, я не могу подобрать один слов просто, что здесь все присутствуют, все органы восприятия. Можно учиться играть, то есть пощупать, буквально сосредоточить свое внимание. Можно посмотреть, увидеть все это. Можно послушать, и нужно целиком все это, так сказать, воспринять и ощутить, наполниться этим. И, вы знаете, вот у меня ощущение после этой песни, ощущение такого, во-первых, что я не одна, что нас много, во-вторых, что весь мир окутан большой любовью и светом сердец, любящих сердец, и что все сердца, все души, да, все, каждый несет свою лепту, свое предназначение. Я очень благодарна, что я попала на эту встречу. У меня ощущение того, что мне дали большой ресурс. Дали большой ресурс тепла, любви, какого-то такого одобрения
и ощущение надежного то ли крыла, то ли плеча, то ли вот путеводной звезды, маяка, вот такое.